Мастерство демонстрировали в трех возрастных категориях. Впервые наравне с молодежью лучших выбирали среди состоявшихся специалистов. Навыки мудрых проявили те, кому уже исполнилось 50. Победителей сегодня поздравила заместитель губернатора края Анна Менькова. Она также вручила благодарственные письма участникам национального этапа, который прошел в прошлом году в Южно-Сахалинске, и отметила их достойные выступления и высокий профессионализм. В 2017 году Краснодарский край принимал национальный чемпионат. Мы получили высочайшую оценку на российском уровне. За эти 4 года у нас втрое выросло количество участников. Это наше большое достижение, как и то, что сегодня происходит в системе среднего профессионального образования, когда мы имеем достаточно серьезный конкурс. Наша страна нуждается в рабочих кадрах. И я хочу поблагодарить организаторов чемпионата за то, что мы в этом году привлекли в эксперты не только педагогов, наставников, но и людей с конкретных предприятий. Эта связка колледж и предприятие должна быть самой главной сегодня. Я очень рада, что я смогла поучаствовать, и я хочу дойти до финала. Это просто невероятно восхитительный для меня опыт. И мне действительно нравится моя профессия. Впереди у победителей регионального этапа еще больше работы. Сейчас они будут готовиться к общероссийским отборочным испытаниям, чтобы уже в августе этого года отстаивать честь России на мировом первенстве WorldSkills. Оно пройдет в Казани.